Надо быть мега-деанонщиком, блять, супер-классным, чтобы узнать, какое лицо Шимора. Смотрите, как это делается. Мне это показали сегодня утром, я угорал. Вот галочка ВКонтакте, да, мы переходим, тут официальное сообщество, страница ВКонтакте, тут все страницы ВКонтакте. Теперь мне нужно каталоги. Каталоги, известные люди и блогеры, да, видеоблогеры. Листаем вниз. Ну, вы знаете, да, чтобы получить галку ВКонтакте, нужно обязательно лицо на странице или скинуть техподдержки. Мы делаем так. Ищем Эдуард Шумора. Вопросы? Ебать, да нон! Типа, это находится в открытом доступе. Вы чё, бля, прикалываетесь, нахуй? Всё, это всё, вот. Ебать, слили лицо и так далее. Он сам скинул техподдержке ВКонтакте свое лицо, чтобы подтвердить свою личность, грубо говоря. Они просто взяли и поставили сюда. Я не знаю, почему в раздел видеоблогеры, это странно. Но... Блять, напугали бомжа печенькой, нахуй. Посмотри реакцию на свой Дисней, не хочу. Хотя, может, посмотрим. Ладно, посмотрим. Активация Windows, да. Это же вообще кек.